Ну что, прогуляйся по Грацу. Пройдуся. Как раз. Там какой-то памятник, что-то такое стоит оно. И туда прямо пройдусь. Или перейти, наверное, улицу надо будет. Дальше уже. Так, здесь у нас здание. Там еще электрогибридный автобус ходит. Как раз. Тут светофор. Так, все, зеленый свет пошел. Все, можно идти уже. Пока прямо пойду вот так по вдоль этого зала, буду изучать, что тут вообще. Какой-то суши тут. Ну что-то оно закрыто сегодня. На улице плюс 11 сегодня. Более-менее тепло. Даже хорошо так. Не то, что... Тут даже еще теплее, чем в Будапеште, оказывается. В Граце. Так, адмирал, это что? Спортвета. Ну, это какой-то спортивный зал, короче, или спортивный клуб тут. Хорошо. Все. Я дошел уже до площади до замка Шлоссберга. Вот такой он интересный, красивый. Вот сама архитектура очень красивая. Да. Тут такая площадь. Очень само такое здание. Вот оно какое. Вот это здание ратуши. По-нашему мэрии. Это мэрия Граца. Вот такое здание. Вот. Вот. Стою возле нее как раз. Так оно выглядит. Здесь памятник какой-то. И тут толпы туристов, которые фотографируются везде. Вот. Ты что? Вот такой он